Всем доброго времени суток. Вы находитесь на художественном канале. Меня зовут Юрий Руслан, и в этом видео мы напишем с вами лошадь. Я буду писать как бы двойной портрет, но это в основном рассказывать буду только за то, как писать лошадь. Какую палитру я использую и какие кисти, все написано в описании. Я не стал тратить на это время в видео, так что кому интересно, смотрите в описании. Так как у меня кисть уже была с белой краской, я сразу показываю на лошади белую вот эту полосочку ее от лба к носу. Кисть использую шестерку, ровную кисть. И именно этой же кистью сразу ищу, пока более большой кистью, сразу буду закрашивать все, что можно, а потом более уточню. Чтобы получился вот такой вот красивый оттенок, я использовал краплак красный, кадмий красный, оранжевую, кадмий желтый и темную кость жженая. Это где более темные места добавлял темного, а где более свет падает, там более оранжевого больше и желтого. Так как у нас свет падает слева, то слева лошадь делаю более светлые, реально делаю более оранжево-желтые, как вроде бы на нее солнце попадает. Я вам сейчас, вот смотрите, картинка. Я с вот этой картинки все это просто человек попросил подставить лицо, ну и одеть. Я одел в белую, ну так попросили, я так делаю. Ну а так суть... Сама идея, свет все так и оставил. Глаз вырисовываю, сразу показываю более темные места, сразу вырисовываю сам зрачок, ну, показываю основу, а потом уже буду закрашивать. Показал вот зрачок, закрашиваю низ глаза, делаю более оранжевый, свет падает. А там закрыто все ресницами, более темные оттенки. Там более коричневые умбра. И, ну, тут же замес, только умбры побольше, кости жженые. Вот я сначала закрасил более темным основным. Закрасил все, теперь взял чуть-чуть потоньше кисть. Ну, тоже прямую, обычную кисть. Там неважно, какую вам удобнее, можно той же даже. Я все равно сейчас побольше ту шестерочку обратно возьму. И ней уже украшаю, более показываю, где падает свет. Делаю более желто-оранжевую, ярче тот же, в принципе, замес.
вот за девушкой я не просто закрашиваю, как попало, а это все-таки как бы живот лошади. У него есть форма, он более полукруглый. Вот так и наношу мазочки. И украшаю, плотненько закрашиваю. Показываю темные места. За девушкой это, естественно, будет тень, от девушки там будет более темная. Ну и верх более светлый делаем. Ну, и по форме закрашиваем. Все, в принципе, понятненько. Гриву сделал более почти желто с белым. Почти белое. Верх вообще белым делаю. Ну, на этом, в принципе, все. Первый слой у нас готов. Дальше я буду закрашивать фон. Ну, а лошадь, первый слой мы кинули. Всем, кому интересно, я еще выпущу вторую часть. Всем, кому понравилось, поставьте лайк. Буду очень благодарен. Подписывайтесь. Кому что непонятно, пишите комменты, чтобы я понимал, что вам понятно, что непонятно. Всем отвечу. Всего вам хорошего, хороших картин. Удачи вам!